Всем привет. Всем привет. Вы на канале FIFA Time, и сегодня мы продолжаем очередную серию нашей карьеры в Бундеслиге за Донецкий Шахтер. Вот. В прошлых сериях мы усилили состав, купили нападающего Ахмеда Мусу. Кто не видел предыдущие выпуски, посмотрите обязательно. Вот. И будем продолжать выигрывать в Бундеслиге. Ну, посмотрим. Я, конечно, надеюсь. Давай посмотрим изначально турнирную таблицу, так как мы с тобою не были давно уже здесь. Шахтер на пятой позиции. Да, на 6 очков. 6 очков первого места. Ну, мы недалеко от зоны Лиги Чемпионов. Всего лишь у нас 3 очка отделяет. Ну, у нас 6 очков и от первого места. Ну, да, как бы неплохо идем, по крайней мере. Да. Ну, как бы полсезона только отыграли. Следующий у нас матч с Боруссией из Дортмунда, принципиальным соперником. Да, Боруссия 4-я позиция, поэтому если мы выиграем, мы как раз можем такие... Обогнать. Да, и... Скорее всего, обгоним. Ну, сравняем. Вот. Так, у нас что-то в составе. Так, исправить проблему самостоятельно, конечно. Мы сами исправим. У нас... травмирован Ракитский. Ярик, да, травмирован. Кстати, да, вот это вот была потеря у нас. Так, заменим мы его на Кривцова. На Кривцова. И, наверное, что еще здесь? Ну, Кривцова, Ярика уберись. Да, сейчас уберу, подожди. И что еще у нас? Да, нормально все, все, да, все нормально у нас. Так, и вместо него... поставим мы, наверное... Да он сорну. А, сорну тоже на травме. Не знаю. Ну, ставь... Надо нам защитник. Хачалаву. Хачалаву, да. Качалаву. Поставим Хачалаву. Вот. Ну, в принципе... Ну, все. Да все, все, да. Так, сохраняем составчик. Вот. Погнали дальше. Да. Да, с Боруссией сейчас будет тяжело. Будет... Кажется, в первом круге мы им... Мы выиграли или проиграли? Проиграли. Проиграли, по-моему, мы им... Да, вот. Формы пусть такие остаются. Да, теперь мы в гостях играем, поэтому... Вот выход на поле поэтому... еще тяжелее будет. Будет еще тяжелее игра. Мы играем сейчас против Боруссии Дортмунд в гостях. И как бы будет очень-очень напряженная игра. Очень тяжелая игра. Поэтому пожелайте нам удачи. Так, я опасно. Оп, ой, пенальти. И пеналька. Есть, выпросил пенальку я. Да, будем, конечно, бороться за зону Лиги Чемпионов. Да, в жизни Шахтер, к сожалению, вылетел на стадии 1-8 от Ромы. Конечно, обидное поражение. Но мы будем стараться в игре исправить это. Да, мы будем надеяться на то. Отомстим всем. Да. Так, ну, Марлос. Все, все. Вратарь даже не брал. 1-0. 1-0. Шахтер на парк. Шахтер выигрывает Боруссию. Вот, поэтому будем надеяться на то, что и так дальше игра будет идти. Так, вот тут хороший, хороший. Смотри, смотри, Муса, Муса, пошел, пошел, Муса. Ух, какой он, сука, быстрый. Он быстрее даже... Ой-ой-ой-ой-ой. Да, Муса вообще Муса просто... зверь просто. Да, на какой-то, на, я не знаю, метров сколько там, на 50 метрах он просто защитника оставил позади. Так, и попробуем пройти по центру. Попытка с дистанции неудачно, очень уж далеко было два. Неплохой удар. Неплохой удар, да. Но довольно-таки неплохой удар. Вот. Так. Так, первый тайм. Первый тайм закончен. А мы выигрываем 1-0. Забили с пенки. Ну. Ребят, нам не важно, как выигрывать. Да, лишь да. бы выиграть, потому что. Нам главные очки. Да, нам сейчас главные очки. Вот, мы сейчас, если. Потеряли в некоторых матчах просто дурные очки, так сказать. Да, да, вообще которые... шальные, шальные просто. Если бы не эти потери, возможно, сейчас бы даже. Где-то за золото да, боролись. Да, за золото боролись бы. Но, ух, хорош. Да, ну, чувствуется нехватка центрального нападающего нашего. Вот чувствуется, чувствуется, просто чувствуется. Видишь, эти через центр спокойно прошли. Ярика не хватает. Не хватает. Наверное, хотел сказать, не нападающего. Ой, да, центрального защитника, извинились. Вот. Так, 1-1 это уже что-то мало. Что-то наебулил. Так, и хорош, хорош, отработал через центр. Блин, блин. Ну, Бернар, ай-яй-яй-яй, чуть-чуть не дотянулся. Чуть-чуть, ну ничего. Сейчас пойдем, сейчас пойдем. Так, оп. Оп, и... Ай-яй-яй! Малыш, малыш. Кстати, Бернар травму получил. Да. Вот. Проигрываем принципиальному сопернику Боруссии. Сейчас еще смотрим третий. Я думал, все. Я тоже думал уже. Да. Все, они будут сейчас резинки. Так.
Неплохой был пас, но соперник от передачи прочитал. Все, проиграли. Проиграли Боруссии мы. Ну, уже 6 очков от 4-го. От Боруссии. 6 очков, там Бог его знает. Сейчас посмотрим по турнирной таблице. Там будет 6 очков. Блин. Вот. Бавария выиграла. Бавария. Хофенхайма, кстати. Блин. Ну. Эх. Без слов. Так, смотрим по турнирной таблице. Мы на 5-м месте. 4 очка, кстати, ребят. Ну, от первого места зато сколько очей? А теперь, вот теперь тебе. Да. 9 очков. 9 очков от первого места. Вот. Ну, нам надо, я не знаю, хотя бы в тройку пытаться выбиться. Хотя бы в тройку, хотя бы... Пятов доволен в клубе Шахтёр Донецк. Мы рады за тебя, Андрюш. Да, мы пока не очень довольны результатами. И игрой команды, ну... Ну, будет камбэк, ребят. Мы специально делаем интрижку. Сам веришь? Так, закрываем трансферное окно. Так, что-то у нас в офисе тут. О, Дели Алли ушел в ПСЖ. Кипиш какой-то. Переговоры по трансферу. Так, это не то. Александр, сделано предложение. Отличная работа. Благодаря вас выполнение одной из задач на этот сезон по повышению популярной марки мы получаем менее от продажи футбола. В этом сезоне достигнуто. Это было невозможно без вас. Так, Густаво Бланко-Лещук сдан в аренду. Вот. Ну, давай дальше. Да, трансфер зимы Дели Алли в ПСЖ за 89 миллионов. Это да. Это вообще, ребят, ну, если в жизни брать, то это уже, так сказать, и не самые большие деньги. Так. Если раньше представлялось 89 миллионов как космос, то сейчас так, по 160, по 200 миллионов отваливают клубом. Хотят у нас... Кого хотят? Тайсона купить? Пятого хотят взять. Вот, мы отклоняем предложение. И хотят... Кого хотят? Тайсона мы тоже... Зенит. Да, конечно. Отклоняем предложение. Нам это не нужно. Вот, будем в следующем межсезонье что-то менять более, наверное, серьезно. Еще посмотрим, конечно, какой нам трансферный бюджет выделят. Да. То есть в этот раз нам выделили 26 миллионов. Кажется. Ну, опять же, все зависит от того, как мы закончим. Бензема в Челси перешел. Да уж. Вот, посмотрим, Реала ему мало. Ну да. Вот. Поэтому посмотрим, как сыграем. Чем выше позиция будет, я так понимаю, тем больше трансферный бюджет будет, тем. Да, если мы попадем в зону Еврокубков, то я думаю, что трансферный бюджет нам, в принципе, будет хороший. Гарантирован. Ну, посмотрим, что мы сможем. Я надеюсь, хотя бы миллионов на 40. Хотя бы миллионов на 40. А что мы сможем миллионов за 40? Да что, мы можем. Взять. За 40 миллионов можно. Ну, не мирового уровня, как у кого-нибудь, ну. Но... Более-менее адекватного игрока можно предприятие. Мы, короче, потеряли Сережу Кривцова. Вот. Выплатили отступные ЦСКА. Ну, продам. Вот. Ну, я не знаю. Я бы не сказал, что потеря, но... Но минус один центральный защитник. Да, минус один защитник. А так как у нас сейчас... Проблемы, да, у нас травма на травме, это очень неприятно. Так, играем мы сейчас с Байером, а Байер у нас на... Да, Байер где-то там внизу. Ну, я помню, что тоже мы тогда в тот раз говорили, что, типа, все будет на изи, но... Тогда у нас, кстати, и было с ними все на изи. Да. С ними разве? Да, с ними было на изи. Так, мы пропустили тут одно сообщение, которое мне просто муляет, вот. Так. И что по составу? Так, у нас Кривцов. У нас нет Кривцова уже. Ладно, смотрим. Сейчас симуляцию пройдем. Посмотрим, что у нас с Яриком. Мюллер, лучший игрок месяца. Да. Видите, не наш уже игрок. Так, и у нас еще сегодня будет кубковая, кстати, игра. Александр Караваев. Сделано предложение. Ну, как бы уже, в принципе, закрыто трансферное окно. Поэтому... Увы. Итак. Так, остаемся в формах этих же. Играет Кривцов, да? Да. Итак, сейчас мы играем
против Байера Ливеркузенского, играем в Донецке. Так, и вот оно, и Муса пошел, но нет. Японский, чуть да. Чуть перекладину не сломал, Марлос. Да, хорош. И это Кривцов. Ну, на прощание надо. Муса там в полете Брюса Ли или Джеки Чана, не знаю, пытался замыкать. Муса! И шо, бедного? Комса. Да. Вил рыба. Итого, давай. Да ядрить Мадрить. Просто по ногам бил. Что хотел делать? Ни одного, даже желтой карточки не получил. Фолов, не знаю, на нем он только, наверное, фолов 10 сделал. Желтую даже не получил. Опасно. Но... Ну-ну. Пацаны? В руки. Прям в уголки. Вроде как и прессингуем, атакуем, но толку из этого, конечно, маловато. Да, опасных, ударов нет опасных вообще. Опасных моментов нету. Так, первый тайм 0-0. Да. Пока что-то не идет. Да-да-да, вообще как бы. Еще и Ярика, этого Тараса потеряли. Тараса потеряли, это вообще потеря-потеря. Да. О, пошел, и смотри, Муса. Пиша. Наконец-то. Фух. Да, он, сразу во втором тайме. Только вышли, сразу заколотили. Они, походу, пацаны там. Схему нам водочки. Да. Франсеки позвонили. Да. Барашкин позвонил Франсеки. Да. Уточнил, как правильно тактически себя повести. Вот. 1-0. Сейчас будет веселее. Няку. Нет, не дошел этот пас. Красивый пас на чужого. Да, вот может быть опасно. И вот он выход. И вот он. И прощаю. Просто Байер, да, простил сейчас нас. Муса, чуть не убил этого. Я смотрю, ты доплюха, думаю. Ну, а вратарь, кстати, ребят, у них ничего так. И прямо в центр штрафной полетел. Ах, выскочил. Защита первая на мяче, вынос. Ой-ой-ой, Катяна, глянь, что он творит. Голкипер мой. Ух ты. Ох. Вот это вот, ребята, вот это вот снежок и белая сеточка. Непонятно, залетело тебе. Будко. Там можно себе. Непонятно, залетело тебе или не залетело. И? Хорош. Муса, один на один, есть шанс. Удвоить. Вот это кипер. Да, кипер у них, конечно. Мощный парень. Лена. Ох ты. У них на воротах Лена стоит. Да. Итого 3 очка. 3 очка за нами. Вот. Ну, назвать это проходной игрой или чем-то легким. Ну, не первым туре, вернее, в первом круге. Да. Не назовешь. Вот. Так, ну, и у нас следующая игра кубка, да? Да, кубковая у нас игра следующая. С Лейпцигом. 1/4. 1/4 финала. Поэтому проигрывать нельзя. Да, но у нас подуставший состав. И вынесенный Степаненко. Да. Вывих плеча. Так. И смотрим, что у нас можно здесь сделать. Степаненко. Коваленко все-таки, наверное. Да, да, туда. Да, Коваленко. Вот, ставим Коваленко. Меняем на Петряка или Караваева. Караваев посильнее вроде, да? Да, наверное. Да, ну да, пусть Караваев будет. Так, что у нас еще тут? Так, да Серна ничего. На травме. Ракицкий на травме. Ну, кстати, Ракицкий уже вот-вот выйти должен. Да. В следующей игре уже, наверное. Вот. Ну, в принципе, что я могу сказать. Все печально, ребят, очень, да, печально. Очень печально. 1/4. Вообще кадровые проблемы просто нереальные. Сейчас еще игра это 1/4. С Лейпцигом, конечно, будет вообще еще в гостях. Ну что, будем пробовать. Будем бороться. Да, нам нужно. За Шахтар. Нам нужно кубок выигрывать. Вот играем мы с Лейпцигом, играем в гостях. Сандерсон Пак. Вот. Но с Лейпцигом у нас постоянно были тяжелые игры. Да, очень тяжелые игры. У нас Лейпциг, Бавария. Это передача не оказалась. Ух, Андрюш, Груша, по-моему, поздно среагировал. Уже перед самым. Ну, он уж среагировал. Ну да. Лучше поздно, чем. Ля. Что ты делаешь?
Муса будет рвать фланг. Вот это, ребят, то, что мы хотели себе. Да. И ты все-таки забил на технику, да? Нет, нет, на технику, да. Муса, хорош. 1-0. 0-1. 0-1. Да. Да. Побежим. Муса. Уйдет, уйдет. Муса. Муса. Хорошо бы было. Хорошо, бабки. Пирожки. Хорош, хорош. Муса достанет. Ахмед Муса. Ну, пенальти. Пенальти. Дади я хоть раз пробью пенальти. Мусу только не сломать. Если Мусу сломали, это вообще, блин, это... Да не, вроде встаю. Желтый. Красный. Красный? Нет, это я говорю красный. Глянь, ну это чистый. Опять ты бьешь. Опять я бьешь. Все хорошо. Забил. Да. 2-0. Фу, 0-2, да. 20-я минута. Как-то получается. Пока вроде, пока вроде да, получается. Игра вроде идет. Ё-моё, как так-то, а? Через центр прошел, почему-то так легко. Ух ты, они тоже неплохо прошли. Так, да, потерял. Андрюша выше всех. Фух, смотри, пошел. Отлично сыграно, надо решать. И с мячом. Верно. Ох, как опасно. Ну, блин. Пошла игра. Пошла жара. Мяч летит в центр штрафной. Кто это? Грицов? А, Ордец, Ордец это. Это Ордец бил. Забыл, что надо играть в футбол. Нет, не дошел этот пас. Чебелях. Что это было? Нам просто повезло. Да, что-то прощает нас лейте. Да, второй раз уже. Лень, как опасно. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. О, Андрюша. Невероятное спасение. Да, Андрюша должен ебукать вообще. Дают, дают защитники играть. В центр штрафной. Андрюша на выходе. Хорош. Без труда забирает мяч. Вытащить такой удар. Великолепно. Давай, давай. Решай. О, вот это, конечно, было на изи, ребят. Да, розыгрыш вообще просто шикарнейший получился. Фред замкнул вовремя вообще. Да. Сегодня шоколадный забывает. Да, глянь так. Что мы покажем? Шикарный повтор. Просто. Да. Но 3-0 после первого тайма Лейпциг в гостях. Это неплохо. Да, я бы не сказал неплохо. Я бы сказал отлично. Первый тайм, да, первый тайм заканчивается, ребят. 3-0. Выигрываем в гостях у Лейпцига. Четвертьфинале кубка, да. Это... Это очень-очень солидно, я думаю. И, в принципе, результаты говорят о том, что мы должны идти дальше. Ух. Ой, как провалились. Ой, как провалились. Да, напоминаем, что Лейпциг соперник питерского «Зенита» в Лиге Европы. И там, конечно, еще совсем ничего не ясно. Но поэтому мы показываем, как нужно. Да, как надо рвать, как надо рвать Лейпциг. Смотри. Выход 1-1. Да. О май гад. Вот это прихожу. Выше ударил, да, по-моему? Да, мимо выше. Только же не помню, они отдавали пас, их снял. Ну. Тифим нужен. Ой-ой-ой, ребят, вот это, конечно. Вот это да. Позор. Андрюшу положили вообще. Андрюша, да, вообще как еле-еле как ногу. Андрюша завалился. Оп. Андрюша вообще был. Не угадал, наверное, Андрюша всего. Ну этот ладно. Игрок забил, так, но мы с тобой 1-3. Видели эпизоды, в которых футболисты промахивались таких. Может получиться интересная атака. Ахмед Муса. Ух ты, чуть-чуть не замкнул. Да. Хорошо было. Блин, как. Вот центр мы смотрим. Надо забивать! Ух! Просто засадил. Я думал, выше уже был. Да, хорош. Ну Марло сделал все. Ну, а и должен с разворота будет, пацан. Да-да-да. 90 плюс 3. 93. 90 плюс 3. Итого 4. Итого 4-1. Математика. Да. Высшая. Футбольная. В один голос. Итак, заканчиваем мы
третий матч на сегодня. Мы уходим в полуфинал Кубка Германии, обходим Лейпциг, обходим Баварию. В чемпионате сейчас посмотрим турнирную таблицу. Да, вот. Не все у нас, конечно, получается в чемпионате, как хотелось бы. Кстати, но шансы есть. Кстати, так, смотрим, кто выходит. Боруссия, выходит. Это что такое? Какая-то супер команда выходит еще. Да, и мы выходим на Боруссию Мюнхен-Гладбах. Да. Да неплохо так, я тебе скажу, идем мы. В принципе, по кубку очень довольно хорошо идем. Уже кроме Боруссии Мюнхен-Гладбах ничего там такого особенно серьезного не осталось, по-моему. Боруссия Дортмундская, да, еще. Но мы их вот покажем, отомстим. И, кстати, что это за немецкая команда? Еще одна, ты глянь, ее даже нету в нас в дивизионе. Это с низших дивизионов какая-то. Да, пробилась полуфинал. Вот. Так, поэтому нас 3 очка отделяет от зоны Лиги Чемпионов, там все плотно, 39, 40, 41, 43, ну, в принципе, не так уж и далеко, кстати. Вот, да, довольно-таки все хорошо, вот. Остается только выиграть все матчи у конкурентов, которые, если выиграют, тогда будем, конечно, претендовать, ну, даже и на золото, я бы сказал бы. Ну, будем хотя смотреть, Марлос держится молодцом. Срочные новости. Да, на этом, ребят, будем заканчивать эту серию. Всем спасибо, кто посмотрел. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте комменты. Да, не забывайте комментировать, ребят. Да, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, на наши профили в социальных сетях. Всем пока.